Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 55-й серии турецкого сериала «Три сестры». Ранее мы увидели, как в Тюркан начались схватки. И в этот важный для нее момент рядом оказался Картал. Он отвез Тюркан в больницу и все время находился рядом. С тех пор прошло время, и Тюркан находилась на побережье. На ней было надето свадебное платье. Тюркан говорит, что она открыла глаза для своей любви. С именем своего возлюбленного она проснулась весной. В конце каждого пути был именно он. А ее буря началась с его отсутствия. Тюркан никогда бы не могла подумать, что любовь на самом деле – это очень большая катастрофа, которая только может произойти в жизни каждого человека. Перед ней появился Самер. Обняв и крепко прижав к себе Тюркан, сказал, что ветра, которые их постоянно трясли, наконец-то стихли. Затем рядом с Тюркан появился Картал и сказал, что он видел смерть, а теперь вернулся назад. Картал просит, чтобы Тюркан никогда не бросала его руку. Она не должна покидать его сердце, ведь любовь ее – это и есть смысл его жизни. Лицо Тюркан является наградой для его глаз. Она – цветок надежды, который расцвел на его засохшей земле. Он ухватился за ее слезы, чтобы устоять. Если вдруг Тюркан заплачет, то он упадет. Тюркан на причале указывается между Сомером и Карталом, которые были в парадных костюмах. Вскоре появляется ее подросшая дочь и стала бежать с криком «Папа!». Премьера 55-й серии турецкого сериала «Три сестры» состоится 26 сентября. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.